Хотите поменять цвет волос, но не хотите идти в салон? У нас есть решение. Распылите краску для волос на расческу. А затем пройдитесь ей по волосам. Краска перейдет на ваши волосы. Вот так. Можно использовать разные цвета. Это так просто. Но выглядит великолепно. Вам не нужны дорогие процедуры. Мне нравится. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. 100 расчесываний, и волосы засверкают. Это волос? Фу! Энни, твои волосы везде! Да ладно, это просто волос. Мне что, теперь не расчесываться? Что-то в горло попало. Извини. Энни, это из-за тебя! Поверить не могу, она сбежала. Это просто отвратительно. Я почти закончила с бигуди. Последняя штучка на месте. Готово, я буду выглядеть отпадно. А сейчас пора спать. Утром у меня будут классные волосы. Надо только уснуть. Ай, неудобно. Ладно, может перевернуться на бок? Вообще не помогло. Может, на другом боку будет лучше? Противные бигуди. Я просто хочу уснуть и проснуться с кудряшками. Знаете что? Я снимаю бигуди. Похоже, моя судьба – это прямые волосы. Так обидно. Погодите-ка. Есть идея! Сначала надо закрутить прядь, а потом обернуть ее вокруг головы. Вот так. Закрепим ее заколкой. Идеально! Держится как надо. Это точно сработает. А теперь закрутим вторую половину волос. И тоже обернем вокруг головы. Еще одна заколка и готово! Отлично! Теперь можно и поспать. Так гораздо удобнее. Даже на боку. Спокойной ночи. Я так здорово выспалась. Точно, мои волосы. Посмотрим, сработало ли. Надо только встряхнуть ими и... Вуаля! Лучше, чем я ожидала. Посмотрите на эти волны и кудряшки. И плойка не нужна. Мне нравится. Сегодня будет прекрасный день. И наклон вправо. И влево. Волосы лезут в лицо. Коснемся пола. Всю грязь собрала. Мне надо в душ. Я выбиваюсь из ритма. Ау! Что? Тот парень прошелся по моим волосам? Похоже, у Энни опять проблемы с волосами. Пс, Энни, есть решение. Убери волосы назад вот так. Очень мило, но я не знаю, как это сделать. Научишь? Пожалуйста. Конечно. Сначала убери их за спину вот так. Затем отдели небольшую прядь и... Что она там делает? И затем закрути ее вот так. И еще раз, чтобы держалась крепко. Готово. Осталось немного разгладить. Чуть подтянем, и можно продолжать. Божечки, спасибо, Эва! Да, волосы больше не мешают. Как насчет краш-теста? Касаюсь пола только руками, а не волосами. Вау, спасибо, Эва! Вперед, сделаем это! Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Душ так освежает. А я ничего. А это еще что?
Супер длинные волосы. Кейт же не против поделиться? Поехали. Что-то изменилось? Наверное, надо побольше побрызгать. Столько сойдет. О, нет! Я не хотел такие длинные! Нашел мой спрей? Кейт, а что теперь? Звони парикмахеру или просто наслаждайся. Я тебе водичку подогрела. Длинные волосы так долго сохнут. Надеюсь, хоть под душем проснусь. Это что? Фу! Кейт линяет хуже, чем собака. Кейт! Ты не почистила водосток. Никакого уважения в этом доме. Ладно, я с этим справлюсь. О, черт! Фу-фу-фу! Он когда-нибудь закончится? Хоть бы не стошнило. Хоть бы не... О, черт! Там большая прядь. Внизу как будто Рапунцель спряталась. Да где там уже конец? А? Что? Похоже, волосы застряли. Ну же! А! Вылезай! Приготовился и... Тяну! Вау! Вы только посмотрите! Завтра локоть будет болеть. Похоже на какое-то животное. Стоп, оно что, шевелится? Вернись! Вот так, как раз вовремя. Похоже, можно вместе поужинать. Выглядит аппетитно. Как вкусно! Что-то не так. Это что, волосы? Я же мог задохнуться. Какая мерзость. О, нет! Как волосы туда попали? Это недопустимо, Энни. Алло? Прости, я не специально. Фу, убери это от меня. Даже есть перехотелось. Как будто ком в горле. О, нет. Что-то внутри сидит. Помоги, я задыхаюсь. Я спасу тебя, Томас. Только не умирай. Вау. Смотри, какая скорость. О, нет. Как остановить этот волосатый шар? А? Отличный удар! Энни! Прости, я чуть не умер, знаешь ли? Да, прости. Спорим, тебе сейчас станет лучше? Что скажешь? Ладно, прощаю. Ты знаешь, что шоколад – моя слабость. Сейчас будет сладко. Минуточку. А если внутри волосы? Нет, не могу. У меня во рту ничего нет. Хватит драматизировать. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. О, неплохо. Эй, Микки, ты что, нужно собираться? Ну а я что делаю? Я выбираю макияж. Сейчас подберу форму бровей. Это мне идет. Осталось нарисовать. Теперь макияж глаз. О, прикольно. Проще простого. Какой классный цвет. Теперь тени. Хороший выбор. Еще чуть-чуть. Это еще не весь макияж. Нужно что-то нанести на щеки. Очень мило. Нужна твердая рука. Что еще? А, помада. Отличный цвет. Теперь буду им пользоваться. Ну вот. Я готова идти.
Что скажешь? Это? Ну ты даешь, просто смешно. А мне нравится. Прости. Так, она ушла. Тихо, незаметно. Моя очередь. Как этим пользоваться? Это что, шутка? Не хочу бороду. Я похожа на дровосека. Ого. Это что-то. Ты посмотри. Чш. Привет. Давайте дружить. Это она нам. Идем. Зайдем сюда. Скорей. Как грубо. Я старалась быть милой. Что они там делают? Они уже долго там сидят. Может, я что-то услышу? Сейчас начнется. Держись крепче. Смотри себя в унитаз. Мэнди? Микки? Куда они делись? Что это? Первый раз такое вижу. А если нажать? Только для красивых. Так нечестно. Минутку. Ого. Есть идея. Полное преображение. Для начала я сниму очки и очищу лицо. Ого, классные салфетки. Теперь подкрасим брови. Они будут казаться объемней. Отлично. Теперь тени для век. Вот такой светлый оттенок. Искусственные ресницы сделают взгляд выразительным. И еще кое-что. Нанесем консилер на щеки и нос. Спонж поможет растушевать продукт. Добавим легкий румянец. И блеск для губ. Я хочу легкий макияж. Сережки добавят гламура. Распустим волосы. Отлично, я сама себе нравлюсь. Попробуем еще раз. Надеюсь, получится. Ого, проходи. Так и знала. Надеюсь, я не смогу. Классная вечеринка. Дженнифер? Ого! Сделаем фото. Эй, Джен! Скоро выходить. Надо одеваться. Как смотрится прическа? Может, попробовать что-то другое? Минуточку. Я помню, чем это закончилось в прошлый раз. Ау! Как больно! И почему я продолжаю этим заниматься? Провод застрял. А? Что? Что случилось? Не, так не пойдет. Я плойку больше в руки не возьму. Должен же быть способ сделать кудри и не обжечься. А если попробовать прищепки? Почему бы и нет? Располагаемся под сушилкой. И накручиваем волосы на решетке. А чтобы их закрепить, используем прищепки. Вот так. Надеюсь, сработает. Выглядит странно, но попробовать стоит. Так, а теперь проверим наши шикарные локоны. Ха-ха-ха, интересные ощущения. Вау, прическа просто невероятная. Пора идти. У-у-у-у! И почему эта плойка все время пытается меня убить? Поглядите-ка сюда. Вау, какой браслет. Что? Это старье? Он такой тяжелый из-за бриллиантов. Круто! Сейчас волосы от лица уберу. Как тебе мои сережки? Вау, потрясающе! Я так завидую! Ну, смотри сюда. Впечатляет, не так ли? И это все? У меня улыбка на миллион. Не могу поверить. О, точно! Я ей еще покажу. Украшение для волос. Как тебе, Луна? О, да ладно. А? Этого не должно было случиться. О, нет, упала. Как неловко. Эй, смотри. Вау, что это? Украшения крепятся на волосы. Вот так просто. А еще они разноцветные. Вау, как здорово. Я знаю, да. Я в восторге от этого стиля. Но
Но у меня такая скучная прическа. Вау, как сегодня светло. Ничего не вижу. Мои глаза. Так-то лучше. Вот это да! Вы только посмотрите на эти прически. Потрясающе! Может, тоже изменить стиль? Но как? Будем пробовать. Берем ножницы. Была не была. Не трусь, это всего лишь волосы. Нет, на твоем месте я бы этого не делала. Поверь, у меня есть опыт. Давай сюда ножницы. Вовремя успела. У меня никогда не будет новой прически. Или... Кажется, у меня идея. С помощью резинки делаем хвостик. Убираем его наверх. А внизу плетем косичку. В конце будет очень красиво. Почти все. Задняя сторона готова. Теперь делим волосы наверху. И вставляем косичку внутрь. Протягиваем до самого конца. А вот и челка. Утюжком приведем ее в порядок. Немного тепла, и получится как надо. Теперь расправляем вот так. Выглядит потрясающе. Мне бы тоже на странице журнала. Что ты натворила со своими волосами? Ничего не поняла. Ножницы же у меня. Просто я отличный парикмахер. Мечтаете о роскошных длинных локонах? Вся промокла. Будьте осторожны со своими желаниями. Бывает, что длинные волосы доставляют слишком много хлопот. По крайней мере, все пригодится. Что? Уже утро? Я так классно выспался! Круто! Опять понедельник! Поспать бы еще пару часиков. Вау! Ну и работенка мне предстоит. Давай поживее, а то на вечеринку опоздаем. Еще 5 минут, ладно? Ладно. Ура! Уже сухие. Нет, все еще мокрые. Попробуем. Мы так никогда не соберемся. Наконец-то! Я готова! Ох, Дэвид, подожди! И что?
Что в них особенного? Почему со мной никто не танцует? Ну, как вам такое? Вау! Мои недостаточно длинные. Да! Эй, зацените-ка! Упс. Вот чё. Стоять. Привет, я на вечеринку. Проходи. Привет. Хорошего вечера. Можно мне войти? Не так быстро. Ты должна сиять. Тебе не хватает искорки. Серьезно? Но мне нравится мой наряд. Похоже, никакой вечеринки сегодня. Воу, смотрите. У меня есть идея. Пора развлечься. Она хочет сияние, она его получит. Воу, что это? Осторожно, надо поспешить. Эй, что это ты делаешь? Уйди отсюда. Как грубо. Зато у меня новое кольцо. А, какая разница? Пс, эй, сюда. Вы еще кто? Смотри сюда. Вау, какой большой выбор. Я возьму это. Это не бесплатно. Спасибо, таинственный незнакомец. Ты меня не видела. Пора за дело. Нанесу эти камешки на волосы. Так легко. Это придаст мне немного сияния. Я просто щелкаю этой машинкой, и камешки прикрепляются к волосам. Вау. Эх-эх, мне нравится эта песня. Вау, как ярко. Ага, просто потрясающе. Вау, ты отлично впишешься. Спасибо. Мне нравится ее стиль. Ах, ну и денек. Я рада быть дома. Теперь я могу расслабиться. Тренировка была тяжелой. Фух, мне нужно поспать. Я так устала. А? Я забыла снять макияж. Я плохо соображаю, когда устаю. Это ведь не сложно. Нужно просто протереть лицо. А, мои волосы. Я сниму резинки. Подождите, не получается. Думаю, я их вычешу. Ау, расческа застряла. Больно. Фу, это придется выбросить. Попробуем что-нибудь другое. Я могу просто разрезать их. Нужно было подумать об этом раньше. Подождите. Мои прекрасные волосы. Что я наделала? Похоже, у кого-то проблемы. Привет. А, незнакомка. Это я. Мы только что познакомились. Нет? Неважно. Агент Минди. Полиция макияжа. Маленьких проблем не бывает. Хм, полиция макияжа, да? Так в чем же проблема? У меня сегодня неудачный день для резинок. Смотри. Хм, дай-ка я посмотрю. О, да. Я такое уже видела. Что ты делаешь? Поверь, я знаю, что делаю. Иди сюда. Ну уж нет. Прекрати, расслабься. Я прижму утюжок к резинке для волос. И она исчезнет. Ты ведьма. Если бы, я всего лишь состою в полиции макияжа. Под воздействием тепла резинки рвутся. Это быстро и просто. Вот такой полезный совет. Вот и все, готово. Большое спасибо, мои волосы снова в порядке. А теперь пора спать. Отлично, пока, сладких снов. До встречи. Буду рада снова увидеться. Я устрою тебя поудобнее. Еще одно дело закрыто. Какая я молодец. У меня столько торчащих волосков. К счастью, есть этот гель. Он поможет закрепить прическу. Волосы просто отказываются меня слушать. А? Чем это Наоми занята? Можно мне одолжить? О, разумеется. Сколько этого надо выдавить? Еще немножко. Лучше, чтоб наверняка.
Вау! Что ты делаешь? Серьезно, я очень признательна. Ну ладно. Теперь намажем на волосы. О, да, то, что надо. Теперь мои пряди точно останутся на месте. Ты что, использовала весь тюбик? Это все, что осталось? А обо мне ты подумала? О, не беда, достану кое-что из моей сумки. Ага, именно это я и искала. Вау, зубная нить придет на выручку. Проведу нитью по волосам. Восковое покрытие нити пригладит пряди. Это работает. Идеально. О, классные волосы. Спасибо, зубной нити. Можно я попробую? Ладно. Я должна была это предвидеть. Окей. Думаю, мне нужна новая подруга. Да чего классная книжка. Не могу оторваться. Так хочется узнать, что будет дальше. Что тут написано? Нужно побольше света. Не вижу, что читаю. Это что такое? О, мерзость! Кто вообще так делает? Нужно руку вытереть. Ага, салфетки. Сгодится. Нет, не может быть. Это жвачка? Откуда она тут взялась? Нужно от нее избавиться. Не стоило этого делать. Тьфу! Как противно. Я не могу тут сидеть. Почитаю на моей кровати. Минуту. Что-то у меня в волосах? Оу, Скай! Приветик! Это твоя жвачка? О, мне пора. Эй, а ну вернись! Ну ладно. Ты это видишь? Ну. Оу! Есть идея. Переворот. Сейчас вернусь. Никуда не уходи. Скай. Что такое? Это все исправит. Мусс для волос? Что? Смотри и учись. Вот так. Втираем мусс в твои волосы. Как это сможет помочь? Теперь жвачку можно легко удалить. Воу! Настоящая магия. Неплохо, да? Ты такая классная. Спасибо. Со мной такое тоже частенько бывает. Оу, даже не думай об этом. Ты ничего не видела. Вау. Надеюсь, я оставила вещи в шкафчике. О, я забыла ключ. Оу, эй, а это удачно. Давай, дурацкий рюкзак. Слезай с моего плеча. Ау. Залезай туда, прочь с моих глаз. Готова болеть. Ау. Божечки! Шкафчик зацепил мои волосы. Отпусти! О, как же больно! И... оп! Вперед, команда, вперед! Покажите, на что способны. Простите за опоздание. Поверить не могу, ты снова опоздала. Хе-хе. Эй, приветики. Так, я готова. Давайте отрепетируем нашу новую связку. Да, у нас отлично получается. Какие у нее красивые волосы. Итак, давайте повысим планку. Море энергии. Окей, как скажешь. Ау! Она ударила меня волосами по лицу. Оу! Твои волосы меня с ног собьют. Не бей меня, не бей. Уворачиваемся. Вот так. Нет! О, кажется, он жестко упал. Вставай, у меня есть план. Пошли. Хм. Оу, ну вот вы где, ребята. В чем дело? Сейчас мы решим эту проблему раз и навсегда. Так, шаг первый. Готово. Приступаем ко второму. Тут мне понадобится еще пара резинок для волос. Окей, получилось два хвоста. Теперь соединим их вместе. Делим их пополам и переплетаем вот так. Двигаемся туда-обратно несколько раз, пока не доберемся до концов. Вот, готово. Теперь твои волосы под контролем. И продолжим болеть. Юху! Вперед! Итак, класс, сегодня у нас контрольная. Надеюсь, вы готовились. Я не готовилась. По крайней мере, не так хорошо, как должна была. Так, отчаянные времена требуют отчаянных мер.
О, стоп, не та шпаргалка, мне нужна другая. Ответ должен быть где-то здесь. Нет, это не то. Так, наверное, он в третьей шпаргалке. Ну, конечно. О, ну же, почему я не могу найти этот ответ? Какой сложный тест. Эй, что это она там делает? Смех на палке. Да, наконец-то! Я нашла ответ в самом конце. Хм, что это шуршит? О нет, я сейчас точно попадусь. Скорее надо все это где-то спрятать. Нет, так не получится. Что же мне делать? О, придумала. Держи, блондиночка. Чего? Что это за ерунда? Хм, что у вас там происходит? Где же мои очки? Так-то лучше. Посмотрим-ка внимательнее на учеников. О, как они старательно выполняют контрольную. Молодцы. Что за ерунда? Куда ты все спрятала? Это было просто. Спрятала все в волосах, разумеется. Ого, реально? Почему бы не использовать эти шпаргалки? Я точно получу пятерку. Мне тоже нужны ответы. Загляну-ка вот сюда. Стоп, что это? Лузер? Я? Но она же пользуется моими шпаргалками. Ха-ха, наслаждайся своей большой жирной двойкой. Ну и ладно, математика такая сложная. Вау, я так выспалась. О, а вот и мой ночной перекус. О, это уже сегодня? О нет, я опаздываю, надо торопиться. Вау, какие грязные волосы. Так не пойдет. Что это за запах? Похоже, надо помыть голову. Так, стоп, а где вода? Юху, вода, я знаю, ты где-то там. И что мне теперь делать? Может, воспользоваться тальком? Высыпаем на волосы. Затем прочесываем. Получилось идеально. Тальк убрал весь жир. И волосы выглядят так, будто я только что их помыла. Теперь можно фотографироваться. Пчи! Будь здорова. Ладно, мне пора. Отличная вечеринка. О, он такой красавчик. Эй, а ты классно танцуешь. Божечки! Серьезно? Что есть у нее, чего нет у меня? Может, тоже так махать волосами? Танцуешь очень круто. Почему не получается? Так нечестно. Я же не виновата, что у меня не такие длинные густые волосы. Ты в порядке? Что случилось? Я бы тоже хотела такие волосы. Такие? Все дело в укладке. Давай помогу. Сначала снимем резинку и сделаем хвостик повыше. На макушке самое то. После этого берем волосы с боков и с помощью другой резинки закрепляем их на первом хвостике. Завяжем покрепче. Тебе так идет? Что скажешь? Не может быть! Это точно мои волосы? Спасибо большое! Ты лучшая! Пойдем танцевать! А вот и ты! Вау! Это самая лучшая ночь! Помашем волосами, подруга! Юхух! Девочки, можно поосторожнее? Немного лака? Закрой глаза! И мой шедевр готов! Как тебе? Это что-то необычное. В хорошем смысле или в плохом? О чем ты вообще думала? Не волнуйся, я все исправлю. Все любят розы. Та-да! Серьезно? Я как будто по кустам лазила. Но это моя фирменная прическа. С этим надо что-то делать. Что же использовать? Крабик может пригодиться. Теперь я знаю, что делать. Сначала завязываем волосы в хвостик. Затем слегка приспускаем резинку. Разделяем волосы и проталкиваем хвостик вперед. А крабиком фиксируем это положение. Вау! Мне так идет? Это так просто? Ого! Как ты это сделала? Ну, все. Я сдаюсь. Больше я здесь не работаю. А? Да что с ней такое? Это же всего лишь крабик. Вот эта игра была. Да, сложно.
Я так устала. Они отличная команда, но мы-то лучше. Это точно. Видела мою подачу? Что ты делаешь? Не могу снять резинку. Ау! Волосы выдрала. Дальше будет хуже. Воу, погоди-ка. Попробуй кокосовое масло. Это поможет, обещаю. Я начну первое. Наливаем немного на резинку и аккуратно снимаем. Резинки легко соскальзывают с волос. Волосы такие мягкие и приятно пахнут. Это похоже на кондиционер. О, не забудь. Ладно, мне пора домой. Пока. Пока, София. Воу! Оу, это было больно. Может вызвать скорую? Все в порядке, я только немного полежу. Оу. Почти закончила. Вот так. Что дальше? Оу, надо что-то сделать с волосами. Может, кудри? Теперь надо просто подождать. Думаю, хватит. Что? А где же кудри? Почему ничего не получается? Не понимаю. Провода. Ты их съел? Зачем? Мне никак это не исправить. Но почему мне вечно так не везет? Мне никогда не сделать кудряшки. Все в порядке, милая? Что не так, дорогая? Моя плойка сломалась. Смотри. Может, я смогу помочь? Мне нужна эта расческа. Что? Мам, ну я хочу кудри. Сначала возьму немного твоих волос. Оберну их вокруг расчески. Натянем хорошенько. Нужно что-то погорячее. Можно воспользоваться феном. Затем опускаем волосы. Не может быть! Продолжай, мам! Это очень легко. Тебе так идет? Последняя прядочка. Так, ну все, что скажешь? Они идеальные! Спасибо, мам! Пожалуйста, милая, веселись! Всем привет! Давай сделаем тебе новую прическу, Наоми. У меня голова кружится. Скрутив пряди вот так, сделаем пучок. Ладно, достаточно. Осталось закрепить его заколкой. Вот и все. Быстро, легко и модно. Ненавижу уборку. Но почему везде столько пыли? Это займет весь день. Должен быть более легкий способ мыть полы. Волосы лезут прямо в глаза. Длинные волосы – это наказание. Я даже не вижу, что делаю. Мне нужна служанка или робот-пылесос. О-оу! Эй! Отдай! Хватит есть мои волосы! Отпусти! Ну все, хватит! Нужно что-то с этим делать. О, ножницы! Как раз то, что нужно. Вы сами напросились. Постойте. Может, не стоит? Как насчет этих резинок для волос? Думаю, так будет лучше. Берем две пряди со лба и завязываем их под подбородком. Вот как-то так. Нужна еще одна резинка. Теперь берем вот эту прядь волос и связываем ее с этой. Помещу вторую резинку немного ниже первой. Выглядит хорошо. Сделаем то же с другой стороны. Я хочу создать эффект сеточки. Теперь я знаю, как бы выглядела с бородой. Итак, почти готово. Завяжу волосы внизу. Главное, чтобы крепко все держалось. Я так рада, что додумалась обойтись без стрижки. Но мне нужно сделать еще кое-что. Закину все на затылок. Вау! Что может быть лучше? Теперь волосы не мешают. Что ж, продолжим уборку. Вау! Новая расческа просто класс! Волосы от нее так блестят. Смотрите, что будет, если ими взмахнуть. Круто, да?
Вообще замечательно! Отлично! Я готова к свершениям! У Энни шикарные волосы! Хочу, чтобы и у меня были такие... Так, она ушла! Надо причесаться ее расческой! Вышло не так, как я хотела. Лучше снять резинку. Так нечестно. Я тоже хочу красивую прическу. Стойте, есть идея. Должно сработать. Для начала поднимем верхние пряди. Надо хорошенько их закрепить. Готово. Уберем этот хвостик в сторону. Теперь соберем оставшиеся волосы, так же, как и их верхнюю часть. Они тоже должны быть хорошо закреплены. Готово! А теперь следующий шаг. Верхний хвостик закроет резинку от нижнего. Больше никаких торчащих прядей. Выглядит как один цельный хвост. Надо снова причесаться расческой Энни, чтобы волосы блестели. Вау, Эва! Волосы просто класс! Спасибо, Энни! Блестят, как у тебя. Круто, Эва! Так и знала, что она без спроса возьмет мою расческу. Сейчас закончу это задание, а потом обед. Вау! Энни шикарно выглядит! Вот это да, Энни! Классные кудряшки! Спасибо! Хотелось чего-то нового! Ох, волосы Энни просто чудо! Тебе очень идет, Энни! О, перестань! Ты просто заигрываешь! А мои волосы скучные и прямые, как всегда. Эй, может, ручка поможет что-то с этим сделать? Оберну прядь вокруг нее и подожду. Та-да! О, не сработало. Опять не вышло. Эх, лучше вернуться к учебе. Так, запишем. Тьфу ты, ручка не пишет. Надо на нее подуть. Вдруг поможет. А? Эй, у тебя случайно нет запасной ручки? Извини, у меня только одна. Эва, не дашь мне ручку? О, ты такая грустная. Да, я расстроилась из-за волос. И все? Я могу помочь с кудряшками. Смотри, я возьму прядь и оберну вокруг двух пальцев. Просуну кончик вот сюда. Теперь надо завязать узел и спустить его вниз. О, так просто! Уже хочу увидеть кудряшки. Подожди, не развязывай пока. Надо подождать хотя бы минуту. Ладно, начинаю обратный отчет. Ну, теперь можно развязывать. Вау, вот это кудряшки! Пора завить всю голову. Эва, тебе очень идет. Без тебя я бы так не смогла. Спасибо, Энни. Не за что, Эва. Вернемся к заигрываниям. Стоп, куда он делся? О, вы шутите? Ну и ну. У нее не было бы таких волос, если бы не я. Пора вернуться к прямым волосам. Что это за кудряшка? Вы посмотрите на эти кудри и волны. А ну-ка выпрямляйтесь. Утюжок вообще работает? Хм, может он не горячий? Сейчас проверим. Что? Он вообще не горячий? Неудивительно, что волосы не выпрямляются. О, приветик, Алоэ. У меня появилась идея. Мне нужен твой листочек. Отрежу конец и аккуратно разрежу лист вдоль. Медленно и осторожно, чтобы случайно не порезаться. Окей, я разрезала до конца. Разделю две половины. И для следующего шага мне снова понадобится нож. Надо сделать надрезы по всему листу. Но не до конца. Готово! У меня есть две части, и их можно использовать. Лист алоэ станет моим выпрямителем. Я проведу им по всей длине волос.
Только взгляните на этот гель. Он, кстати, отлично заживляет ожоги. Взмах! Ау! Я ударилась головой. Окей, попробуем еще раз. Взмах! Теперь, когда они высохли, они прямые и блестящие. Понял, утюжок? Ты мне даже не понадобился. Мы с Алоэ отлично справились. О, да, люблю эту песню. Что? Эй! Что такое? Как ты слушаешь музыку? Они у меня под волосами, видишь? Ха, круто, правда? Ха-ха, веселье закончилось. Что? Это нечестно! О, экстракт питахайи? Ай! Сегодня многовато волос вылезло. Эй! Похоже, ни капли не осталось. Ну, это лучше, чем ничего. Прости за шампунь. Было так прикольно. Да чего же здесь жарко? Упс. Все в порядке? Да. Ему, наверное, заметно, как я потею. Ну и запашок тут. Пересядем лучше вон туда. Точно. Извини, мне пора. Хорошо, хоть что это не от меня. Постой, Мэнди! Вау, вот это скорость! Волосы. Красиво, да? Фу. Ну, бывает. Так, я в школу. Увидимся позже. Стоять. Что, мам? Что это, по-твоему, на тебе надето? Нет, нет, так дело не пойдет. Да ладно, серьезно, ничего такого, просто нормальная одежда. Ты прогноз на сегодня видела? Холодно и ветрено.
Видишь, ты одета совсем не по погоде. Старый потрепанный свитер? Ты серьезно? Ладно. Вот, я надела свитер. Ты довольна? Да, довольна. Хорошего дня в школе, дорогая. Ненавижу этот свитер. Он такой жаркий и колючий. О, там этот новенький. Какой милашка. Это мой шанс познакомиться, пока вокруг никого нет. Привет! Вау! Ого! Какой необычный образ. Спасибо. Хочешь проводить меня в школу? Да, конечно. Что такое? В чем дело? О, божечки! Свитер наэлектризован. Ох, это, наверное, больно. А у меня волосы дыбом. Дурацкий свитер. Я, пожалуй, пойду. Видишь, все в порядке, мам. А, да, ты права. Молодец. Удачи в школе. Спасибо. Пока. Да. Оу. Новенький все еще здесь. Упс. Уверена, он в порядке. Пора вылезать из этого свитера. Просто стяну его. В чем дело? Я застряла. Ну же, слезай, дурацкий свитер. Отпусти меня. Я застряла. Должно же быть что-то, что я могу сделать. О, нет. Ау! Мое лицо. И локти. Божечки, я обожаю мороженое. Я тоже. Просто супер. Не может быть. Что? Что такое? На что ты смотришь? Оу. Оу, вау. Посмотри на него. Он идет. Что за фигня? Откуда взялся этот ветер? Привет! У меня все лицо в волосах. Что? Гадость! Мороженое тоже все в моих волосах. О, теперь волосы испачканы мороженым. Подружка? Да. Прости, пожалуйста. У меня все мороженое в твоих волосах. Какая гадость! О, не надо мне это возвращать. Кажется, я разлюбила мороженое. Может, навсегда. Что ж, по крайней мере, красавчик все еще там. Но на голове теперь беспорядок. Что же мне делать? Эй, слушай, успокойся. Я могу тебе с этим помочь. Смотри. Та-дам! Это то, что поможет тебе укротить локоны. Ого! Не знала, что ты носишь это с собой. Спасибо. Окей. Используем эту тканевую ленту, чтобы спасти образ. Начну с того, что запущу ее под волосы. Завяжу ленту в узелок и хорошенько затяну. Продолжаем затягивать, спускаясь вниз кончиком волос. В самом-самом низу останавливаемся и поднимаем ленту под волосами. А теперь просто завязываем бантик на голове. Затягиваем хорошенько, чтобы лента не съезжала и удерживала волосы. Вот так. Идеальный бантик. Теперь мои волосы не будут разлетаться. О, вот он идет. О, привет! Не может быть! Он мне машет! Привет! Привет, бро! Смотри! Облом! Кажется, ему интереснее с парнями. Не переживай, ты все равно выглядишь мило. Надо все дописать. О, урок закончился. Просто посмотри сюда. Кошки такие глупые. Обожаю. Ну, теперь-то он должен меня заметить. А? Ботанка. Ботанка? Может, ему нравятся ботанки? Смотри, какая я умная. Что это? Она показывает мне книгу? Да, я не очень люблю книги. Это тупо. Книги? Это тупо? Ничего не работает. Так, ладно. Думаю, надо придумать что-то радикальное. Простой язык. Что-то, что он поймет. Вот. Божечки, она пришла. Нет. Надо спрятать улики. Я ничего такого не делаю. Кошки. Обожаю. Ого, вы посмотрите, кто только что сел рядом. Привет, как делишки? Что есть у нее, чего нет у меня? Почему она всегда получает внимание от парней? Секундочку. О, я поняла. Все дело в волосах. Но мои волосы не такие длинные, как у нее. И красивых заколок у меня нет. Секундочку. Кажется, есть кое-что, что я могу сделать. Прости, ручка. Мне надо разобрать тебя для дела. Так, нанесу на кончик пружинки немного клея. А затем приделаю к ней бусинку. Отлично. Все хорошо склеено и точно не отвалится. Теперь просто вкручу пружинку в волосы. Вот так. Добавлю еще парочку в разные места. Они вкручиваются идеально. Легко и просто.
Да, все получилось именно так, как я представляла. О, окей, прости, привет. Что? Ого, ты сильно изменилась. Мне нравится. Вау, ты вся сияешь. Что происходит? Он что, не видел моих бабочек? Ну и ладно, мне и кошки-то не нравятся. Надеюсь, эти мемы с котиками не закончатся. Надеюсь, Кейт нравится розы. Была не была. О, кто там? О, уже 2:40. Я даже не одета. Привет. Кейт, ты такая красивая. Это мне? О, да. Спасибо, обожаю розы. Но мне надо собраться. Ничего, я подожду. Это же недолго. Так, без паники. Что сначала? Конечно, фен. Жаль, у него нет супербыстрого режима. А, я так проголодался. Ну, время-то есть. Нет, только не сейчас. Блин. Спасибо. Так я дольше продержусь. О, это правда я? Где-то моя расческа. Ай! Да вы издеваетесь. Еще один день прошел. Жаль, календарь с собой не взял. Цветы уже завяли, как и наши отношения. Так, правая сторона готова. Надеюсь, сил хватит и на вторую. Не могу больше это перечитывать. И почему я выбрал девушку с такими длинными волосами? Какие шикарные! Мягкие и гладкие. Можно выходить к Томасу. Ну все, я готова. О, Томас? Что с тобой? Не может быть! Кажется, мы не идем на ужин. Да, столько смертей на одной скамейке. И все из-за меня. Отлично, я готова выходить. Нет, какое огромное пятно! Я не могу так пойти. Куртка испорчена. Ай, и так каждый раз. Давай же! Окей. Хочешь жесткой игры? Нет, не сработало. Волосы сильно запутались. Но тут я помочь не могу. Ну же! Дурацкие, длинные, сильные волосы. У меня нет другого выхода. Пойдем в... что случилось? Давай помогу. Тут просто нужна лишняя пара рук. Так-то лучше. Ты такая крутая. Ну что, пойдем? Давай скорее. На улице жара. Ну вот, ненавижу, когда так происходит. Томас, поможешь? Эти твои проблемы с волосами. Готово. Они же росли у меня на голове. Что? Ты же сказала убрать это. Ой, упс. Да. Кажется, мама зовет. Не могу поверить. Все хорошо, мои волосики. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Не дай бог, не сработает. Кажется, приклеились. О, нет, все бесполезно. Какой же скучный урок. Я больше не могу заниматься. Лучше чего-нибудь пожевать. Это то, что надо.
Сейчас будет еще интереснее. О, да! Оу! Черт! Какой грустный пузырь! Не очень-то у тебя получается. А ты можешь лучше? Дай-ка, смотри и учись. Кейт, он реально увеличивается. О, черт! Ну что, впечатляет? Спорим, я сделаю лучше. Он все больше. Мне уже немного страшно. Да! Ха! Сейчас я тебе кое-что покажу. О-оу! Как у тебя так быстро выходит? Ты не задохнешься? Это плохо кончится. Почти готово. Невероятно! Только теперь жвачка в волосах застряла. Ха-ха, ну ты неудачница. Ох, я должна была это предвидеть. Украшение есть. Уже чувствуется дух праздника. Ну какой праздник без воздушных шариков? Что? Ты что делаешь? Ногти еще не высохли. Серьезно? Очень вовремя. Эй! Мне это вообще-то нужно. Надеюсь, ты довольна. Моим ногтям конец. Как жаль. Вообще-то, это к лучшему. Ну почти. Это просто ужас какой-то. Нужно их срезать. Сейчас, сейчас. Больно не будет. Вау! Да! Почти готово. Еще вот тут немного. Да, сложная работенка. Зато ногти просто супер. Ого, а у меня идея. Видишь шарик? Сделаю на нем несколько штрихов лаком. А потом опущу туда кончик ногтя. И повторю так со всеми. Идеально. А когда закончу, покрою ногти топом. Зацени, какие ровные линии. Все готово, видишь? Вот это я понимаю, командная работа. Это просто потрясно. О, гости пришли. Прячься. Божечки, я похожа на чучело. О! Что? Хотела бы я такую прическу. Интересно, у меня получится завить такие кудри. Не попробуешь, не узнаешь. Ну, поехали. Нужно брать по одной прядке, правильно? Это не так уж и сложно. А как долго держать плойку? Ладно, еще подержу. Да? Привет, подруга. Чем занята? А у тебя тут что-то горит? Твой компьютер завис. Да все в порядке. Но твои волосы... Так, я знаю, что делаю, ясно? Черт, он правда завис. Тут гарью пахнет. Ну да, как я и думала. Ты не волнуйся, они отрастут. Что это за звук? Ага, бабушка звонит. Привет, бабуля. А почему у тебя носки в волосах? Это я кудри делаю. Без плойки? Да, нужно взять самый обычный носок. Смотрите и учитесь, молодежь. И почему я об этом не знала? Странно. Погодите выводы делать. Выглядит прикольно. Пока, бабуля, люблю тебя. Думаю, фокус с носками надо попробовать. Ты куда? За носками. Будем делать кудри. Ладно, только ты осторожнее. Не волнуйся, волосы останутся на месте. Сейчас закрутим локон. И завяжем носок. Вот и все. Можно использовать сколько угодно носков. Это довольно странно. Теперь немножко подождем, да? Что? Уже утро. Сейчас посмотрим, что получилось. Ну, все, я готова. Это будет бомба. Пока все выглядит отлично.
Вау! Вот это локоны! Этот способ сработал! Поверить не могу, бабушка была права. Кудри такие упругие, смотри. Бабуля звонит. Ну что, попробовали мой трюк с носками? Бабушка, это ты? Когда ты успела покрасить волосы? Выглядишь круче, чем я. Эта игра скучная. Хочу заняться чем-то поинтереснее. Хоть кто-нибудь сегодня гуляет? О, ничего себе! Эй, постой! Я тебя не трону! Сиди смирно! О, серьезно! Оу, только поглядите на это! О, нет! Вернись сюда! Ха! Наконец-то попалась! Ты там в порядке? О, нет! Даже бабочки со мной играть не хотят! Дыши глубже, дорогуша! Бабочка! У нее своя жизнь, милая. Но у меня есть идея. Пошли! Вау! Это будет невероятно! Я готова! Прямо как бабочки, ты тоже можешь преобразиться. Ну, с помощью макияжа. Для начала важно нанести хорошую основу. Выглядит неплохо. Загадай желание! Используем бровь, чтобы отмерить длину кончика крылышка, а затем сделаем низ крыла на щеке. Да, то же самое с другой стороны. И дорисуем до уголков глаз. Нужно замаскировать брови. Здесь поможет немного цвета. Этот оранжевый просто бомба! Не забудьте закрасить и веки. А теперь закрасим остаток крыла. Отлично! Дальше займемся нижними половинами. Давайте попробуем новый цвет, окей? Оранжевый и желтый отлично сочетаются. Вот так, гладко и плавно. Растушуем, чтобы они переходили друг в друга, хорошо? Эти этапы – залог успеха. Просто замечательно выходит! Пора ввести контуры. Это поможет подчеркнуть цвета. Почти готово! Медленно и аккуратно, чтобы линии вышли плавными. Осторожнее вокруг глаз. Теперь проведем над бровями и сделаем вот такой дизайн. В конце все сложится воедино. А что у нас внизу? Похожий дизайн, но слегка другой. Аккуратно и немного затемним. Тут очень важно, как вы держите кисть. Удлиним кончик совсем чуть-чуть. С обеих сторон, помните? А сейчас будем подводить глаза, но не слишком ярко. И добавим немного блесток на веки. Зачем? Да почему бы и нет? Но наша работа с крылышками еще не закончена. Эти линии сделают их намного убедительнее. Совсем как настоящие крылья бабочки. Не пытайтесь делать линии слишком аккуратными. Так будет реалистичнее. Теперь добавим эти милые маленькие белые точки. Для этого можно взять кисточку поменьше. И сверху тоже, вот так. Закончив с этим, перейдем к роскошным длинным ресницам. Давайте продолжим оранжевую тему. Губы тоже похожи на бабочку. Эй, здесь есть свободное место. Так почему бы не продолжить волшебство? И, кстати, как насчет шеи? Так красиво! И такой простой финальный штрих. Зацените эти мазки кистью. Прямо словно стайка мини-бабочек. Можно использовать много разных цветов. И завершим образ, раскрасив плечи. Ух ты! Вот это метаморфоза! Я как будто вот-вот улечу. Столько деталей! Поразительно! Привет! Я почти такая же красивая, как ты. Теперь я тебе нравлюсь, а? До скорого! Эй, вернись! Ну же! Какая большая бабочка! А, мои волосы! Извиняюсь.
Глаза слипаются. О, это не расслабляет. Ну, хватит, пора идти спать. О, боже. Позади меня кто-то есть? Привет. Кто тут прячется? Учтите, я знаю боевые искусства. Не подходи! Оно поднимается по лестнице! Мне нужно бежать быстрее! Отцепись от моей тапки! Это мои любимые! Теперь что? Еще немного! Опять не вышло! Повезло мне! Эй, я и забыла про эту штуку! Если я хочу отсюда выбраться, нужно изменить внешность. И нет, это не усы. Было бы странно, правда? Вот так, по всему низу лица. Теперь прорисуем внутри. Просто следуем тем же линиям. Почти готово. Как думаете, что дальше? Да, пора раскрашивать. Это очень милый оттенок синего. Ого, красим весь нос целиком. Осторожнее, когда будете красить вдоль линий. Есть места, где лучше не торопиться. Теперь сделаем вокруг бровей. Не забудьте, что их две. И закрасим остальной лоб. А теперь вдоль линии подбородка. Опять же старайтесь не выходить за контур. Пора закрасить шею целиком. Для этого понадобится много косметики. Время добавить красную краску. И вновь следуем линиям. Аккуратнее, здесь трудный участок. Ровно и гладко. Продолжаем по всему лицу. Упс, немного пропустила. Оцените мою уверенную руку. Сейчас нужно добавить белого вокруг глаз. Закройте веки, чтобы как следует прокрасить кожу. И второй глаз. Старайтесь, чтобы краска не попала в глаза. Остался еще участок кожи. Но мы не просто наносим краску. Вы угадали, что это? Я дам вам подсказку. Они длинные и острые. И лучше с ними не встречаться. Да, вы не ошиблись. Это супер острые, супер страшные зубы. Ну, точнее, они скоро будут острыми. Когда мы их нарисуем, этот рот будет жутким. Вот так. Продолжаем рисовать. Та-да! А знаете, это еще не все. Осталось дорисовать некоторые детали. Темный фон подчеркнет зубы. Вы скоро все увидите. Только старайтесь, чтобы черная краска не испортила очертания зубов. Нужно водить кистью медленно и осторожно. Осталось совсем немного. Уже смотрится очень круто. Вуаля! Отлично! А теперь добавим крови. Ну, в смысле, красной краски. Нельзя пропускать ни одного участка кожи. Ну, а как насчет волос? Смотрите! Так-то лучше. Вам уже страшно? Не волнуйтесь, в этом весь смысл нашего грима. Где же она? Уже час прошел. Оу, что за... Да-да. Нет, пожалуйста, не тронь меня. Я больше никого не буду пугать, окей? О, боже, мне нужно отсюда выбраться. Вот именно. И больше не возвращайся. Сработало на все 100. Так здорово порисовать субботним вечером. В этот раз у нас прекрасный выбор цветов. Розовый, синий и фиолетовый. Отличное сочетание. Но что мне еще сюда добавить? Можно поосторожнее? Извини. Постой, я знаю. Твоя кисточка. Упс, прости. Стой. Ладно. Надеюсь, это можно смыть. Я не нарочно. Минуточку. У меня есть гениальная идея. Идем. Космическое путешествие начинается. И все благодаря косметике. Итак, мы начнем с бровей.
Добавим первые контуры. Очень межзвездные контуры. Вначале будет выглядеть немного смешно. О, что это? Эй, нужно использовать праймер. С ним цвета будут смотреться лучше, даже вот в этом случае. Теперь можно начинать рисовать. Вау, как классно! Чтобы добавить объема, затяните один край черной краской. Теперь сделаем плавный переход к ярко-синему оттенку. И немного пурпурного с другой стороны. Весь секрет в плавном переходе оттенков. Неважно, сколько цветов вы используете. Затем обведем планету белой краской. Нужно, чтобы белая полоса была довольно толстой. Пока все очень здорово. Закончив обводить, немного растушуем белый цвет за пределы контура. После этого можно заняться синей краской. На этом этапе не забудьте прикрыть глаза. Можно даже добавить фиолетового. О, зацените этот прекрасный бирюзовый. Это точно выделит ваши глаза. А неоновая краска поможет. Не надо забывать про губы. Как дела, планетка? Нужно ее также затенить. Черный и белый классно смотрятся вместе. Сделаем то же с этой планетой. О, прекрасный оттенок. И завершим, добавив белого. Губы готовы. Добавим желтого в центре на подбородок. Вау, изумительный пурпурный. Вы сомневаетесь, что все эти цвета сочетаются? Если их плавно растушевать, все отлично. А теперь можно перейти к мелким деталям. Белой краской можно нарисовать что угодно. Не бойтесь творить. При желании можно добавить другие цвета. Чем больше пространства, тем лучше. Наше полотно – вся галактика. Разумеется, нужно заняться и шеей. Спонжик позволит обработать больший участок. И им легче сглаживать оттенки. Ну, что скажете? Сделаем новую прическу и вперед в открытый космос. Очень красиво, верно? Словно летишь к звездам, не покидая Земли. О, вау! Я так счастлива! Можем продолжать. Итак, моей следующей картиной будет... Энни! О, извини. Ты думаешь о том же, о чем и я? Одна из этих штук подходит к другой? Может, если посильнее надавить? Это подходит? Нет. А если вот так? Еще хуже. Мам! А? Может быть так? Я что, с ума сошла? А как насчет этого? Что? Я сдаюсь. Ау! Мой пазл! Это могло плохо кончиться. Оу, постойте-ка. Ну, конечно. Доведем этот образ до ума. Надо подготовить полотно. А теперь начинаем. Мы начнем с век. Вы думаете, эта тушь смотрится потрясающе. Так, что дальше? Знаю. Красота. Чего тебе? Уходи. Но... Ты такая грубая. Так нечестно. О, у меня идея. Наконец-то я могу закончить макияж. Нанесу немного консилера. Тихо и незаметно. Хи-хи-хи. Идеальное преступление. Выглядит неплохо. О, это то, что мне нужно. Что за... Не так быстро. Хватит таскать у меня косметику. Ну, у тебя ее так много. Беби, зато у меня есть это. Я буду такой красивой. Но мне некуда это выдавить. Что ж, выдавлю прямо на лицо. Думаю, это так работает. Так, наверное, хватит. Но я не могу втирать это руками. Что же мне взять? Этот шарик может пригодиться. Думаю, это сработает. Надую шарик и завяжу узелок. Я могу использовать это для макияжа. Вау, получается. Выглядит неплохо. Надо еще немного растушевать. Где мой консилер? Минуточку. Эй, что ты делаешь?
Дай сюда. И почему все самое лучшее достается тебе? Хочешь шарик? Эй, ты так красиво накрасилась. В следующий раз я тоже этим воспользуюсь. Смотри. Спасибо, сестричка. Надо немного подправить макияж. Брови можно было накрасить получше. Хорошо, что я взяла с собой карандаш. О, нет, мне пора на урок. Нельзя опоздать. Снова. Привет, как дела? Божечки, видела бы ты Габи. Что это с ней? Упс, осторожно. Мои учебники. Ничего, я тебе помогу. Держи. Бежим. Так, это было странно. Может, у меня что-то между зубами? Вроде нет. Эй, ребят, вы только на это посмотрите. Вау! У тебя будто две гусеницы на лице поселились. Это невежливо. Простите, я, наверное, ошиблась с кабинетом. Успокойтесь, шоу окончено. Где же Габи? Вот ты где, скорее. Прости, ты не поверишь, что только что случилось. Выглядишь необычно. Тебе надо это увидеть. Не может быть! Какие огромные брови! Позволь мне помочь. Нарисуйте зигзаг на брови. Затем обведите бровь. А теперь начинайте закрашивать. Это создаст впечатление более густых бровей. Теперь разгладьте волоски с помощью щеточки для бровей. Это также их зафиксирует. Вот, так намного лучше. Что скажешь? Я выгляжу нормально. Вау, спасибо. Не смотрите на меня. Кажется, кое-кому нужна наша помощь. За дело. Думаю, это не так сложно. Это всего лишь помада. Аккуратненько. И как у других это получается? Все плохо. Это бесполезно. Идеальные губы, как всегда. Ого, она так классно выглядит. Думаю, мне нужен совет. Привет, Габи. У тебя что-то на лице? Возьми. Спасибо. Красить губы несложно. Смотри. Возьмите свой любимый цвет. И проведите вертикальную линию по центру губ. А затем начните чмокать губами. Ты ведь шутишь, да? Доверься мне. Признай, ты в шоке. Ого, это потрясающе. Удачи мне. Рисуем линию. А теперь чмокаем. Все так. А это весело. Ого, получилось. Ты молодец. Это было так весело. Препод не знал, что делать. О, привет, ребята. Она с нами разговаривает. Да пофиг. Ну, короче, они думают, что они такие особенные. О, у меня есть идея. Увидимся после урока. Пока. Круто быть популярной. О, привет. Посмотрим, что они теперь скажут. Габи понравится мой новый стиль. Вот она. Стоп. У нее нос и губа проколоты. Без пирсинга я буду выглядеть глупо. Кажется, пора проколоть нос. Ты заблудилась? Я хочу крутой пирсинг. Поверить не могу, что я это делаю. Не торопись. Что-нибудь понравилось? Вот это. Это? Серьезно? Ну, если ты уверена. Это может быть больно. Хотя точно будет больно. Я уже жалею об этом. Что-то мне не по себе. Так и знала. Такое происходит постоянно. Но давай покончим с этим. Нетушки. Ну вот опять. Уже четвертый раз на этой неделе кто-то уходит в слезах. Надо искать новую работу. Это было страшно. Я забрала ее папку. Упс. Минутку. Я могу использовать скрепку и сделать пирсинг сама.
Разрежу скрепку пополам с помощью кусачек и вставлю ее в нос. Безболезненный пирсинг. Жасмин, это ты? Привет! Привет! Выглядишь круто! Ты что, нос проколола? Решила попробовать что-то новенькое. У меня 2 новых пирсинга. Я на них подсела. Не могу остановиться. О, привет! Пока! Надо найти еще скрепок. Кисточки здесь. Карандаши тоже. Ну все, я готова. Присаживайся. О, отлично. Я так этого ждала. Рада это слышать. Начнем с легкого слоя пудры. Ты будешь выглядеть восхитительно. Что дальше? Тебе пойдет этот цвет теней для век. Так, не шевелись. То, что надо. О, нам понадобится тушь. Так, теперь выделим губы. Обожаю это средство. Не выдавливается. Уверена, там еще что-то осталось. Да, это раздражает. Обожаю эту программу. Какая вкусная лапша. Этот парень Крис, ну просто умора. Куда делась моя вилка? Это должно сработать. Поместите тюбик между зубчиков вилки и протолкните его, чтобы выдавить блеск. Так вы используете продукт по максимуму. Выдавите блеск в контейнер. Это мне больше не нужно. Так использовать косметику куда удобнее. Никаких трудностей с выдавливанием тюбиков. Возьму кисточку, чтобы нанести средство. И как я раньше не додумалась, выглядит потрясающе. Думаю, мы закончили. Вау! Что скажешь? Ого! Я такая красивая! Я в восторге! Спасибо! Как же скучно! Надо сделать макияж. Люблю этот оттенок. О, есть идея! Эй! Привет! Можно взять это? Пожалуйста! Очень прошу! Нет, это мое! Волосы Наоми можно сделать круче. Я ей помогу. Попрыскаем на щетку краской для волос. Этот цвет точно ей подойдет. Нужно покрыть щетку плотным слоем. Вот, достаточно. Она ничего не заметит. Это будет эпично. Так, что дальше? О, волосы. Расчешу немного и буду готова. Мои роскошные пряди. Они фиолетовые. Выглядит отлично. Сделаю другую сторону. О, мне нравится. Спасибо, Клэр. О, да, пожалуйста. У меня кое-что есть для тебя. Фу, какая классная тренировка. Да, терпи. Почему упражнения такие трудные? Окей, выпады. Ненавижу это. А, извини, ты мне мешаешь. Да неужели? Вау, что-то новенькое. Какие-то проблемы? Нет, можешь продолжать. Ну ладно. Это так смешно. Посмотри на свои волосы. Мне это нравится. Ты говоришь обо мне? Что не так с моими волосами? Они слегка неопрятные. В смысле, сильно неопрятные. Нужно их завязать. Оу! Шнурки пригодятся. Проявим хитрость. О, мне надо отдохнуть. И попить. Я как ниндзя. Она ничего не заметит. Надо все делать быстро. Гораздо лучше. Еще чуть-чуть. Хе-хе, идеальное преступление. Пропущу шнурок через косичку. И сделаю то же со второй. Будто шнуруешь кроссовки.
Должно получиться вот так. Теперь распущу волосы сзади. Вуаля, все аккуратно. Можно продолжать тренировку. Окей, поехали. Вау, ее волосы выглядят супер. Нужно еще немного. У меня прическа хуже, я реально завидую. Вау! Ау! О, больно. Ха, ничего себе ты растянулась. Желаю приятно позагорать. Мы уже готовы к пиру. Но сначала выберем цвет. Розовый никогда меня не разочаровывал. Кажется, в этот раз не повезло. Я что, должна съесть все? Тут на четверых хватит. А блинчики вообще с этим сочетаются? Поняла. Надо бы все переложить. Так-то лучше. Так, чего-то не хватает. Растопленного шоколада, конечно. Как будто дождик. Дождик из розового шоколада. И последний штрих. Посыпка. Вау, вы только посмотрите на это. Но остался один вопрос. Это так же круто на вкус, как и на вид? Не забывай дышать, Тина. Пора пробовать. Мне бы не помешало расчесаться. Минуточку. Это еще что? Какая красота! Луна, твои волосы! Хотела сказать, моя единорожья грива. Ты такая красивая! Эй, давай меняться! Меняться? Ну давай! Зачем расчесываться, если можно есть? Что ты натворила? Что-то изменилось? Так нечестно. А чего ты ожидала? Кто будет крутить колесо? Я не моргну, Луна. И я. Видишь, не моргаю. Я больше не могу. Я так и знала. Кажется, нам выпал желтый. Вау, больше моей головы. Как вкусно. Сладенький? У меня тоже сладости. Какая забавная штука. Переворачиваем вот так и наслаждаемся. Минуточку. Воу! Эй! Ты уверена, Тина? Но зато у меня есть леденец. Лимонный. Хочу большой кусок, давай же. Точно, надо немного подогреть. Сейчас растопим, народ. Эй, стекает, видите? Сработало. Можно спокойно пить, а не лизать без конца. Супер сладкий лимонад. Эй, хочешь банан? Давай ты, Тина. И обожаю синий цвет. О, это еще что? Как думаешь? А у меня что? Синие кейк-попсы. Никто же не против? Потрясающе. Стоп, что за... Записка? Что-то про бутылки с водой. Я плохо считаю. Попробуй ты. Посмотрим. Две бутылки. Ага. Одна перевернута. А, кажется, дошло. Сейчас такое будет. Окей. И... Выбираю.
Это же настоящая магия! Они сами перемещаются! Все шарики ушли наверх! Как здорово! Их как будто засасывает! Настоящий синий шторм! Эй, Тина, зацени! Ого! А переверни-ка еще разок! Ничего веселее не видела! Моя очередь! Неа! Эй, ты уже много крутила! Поехали! Кажется, у нас оранжевый! И зачем вообще тут крышка? Что-то тут не так! Фанта для всех! Это ты так думаешь? Я, пожалуй, возьму эту! Упси! Это из-за меня, что ли? Эй! И как теперь открыть? А, дилетант! Смотри и учись! Это просто пузырьковое великолепие! А, поняла! Просто надо взять подходящие инструменты! А вот теперь и наливаем! Бокалы намного красивее банок! Так мне больше нравится! Сделаем все красиво. Готово. Уверена, что не разобьются. Не могу насмотреться на эту красоту. А вот и последний верхний. Да будет дождь. Что может быть круче фонтана? Фонтан с фантой, конечно же. Выпьем же за стиль! Так, какой бы взять? Этот! Луна? Нет! Да! Эй, Луна, хочешь крутануть? Окей! Красный! Здорово! Вау, какой милый аппарат со жвачкой. А как жвачку достать? Моя очередь. И что это? Игрушка-клапер. Тут написано «поверни», но ничего не происходит. Эй, есть там кто-нибудь? А-а-а! Такого я не ожидала, но не расстроилась. Обожаю красные. Эй, эта штука вообще не жуется. Переверни, глупышка. Точно. Затупила. Ау. Да что с ней не так? Соберись, Тина. Крышку открой. А-а-а, столько всего сделать надо. Как вкусно. Давай в этот раз ты, Тина. Все еще крутится? Остановится в любой момент. Стоп, но это не один цвет. Готово. Ну что, откроем? Та-да! Это же настоящее произведение искусства. Ты слышишь? Воу! Вот это классные цвета. И конфеты? Чур мое! Я первая увидела Луна! Отдай, ну же! Ну ты допросишься! Только попробуй! А-а-а! Стоп! Возьмем конфетную рулетку. Хорошо, отличная идея. Готово! 3, 2, 1, вперед! Кто победит, заберет шоколадку. Я стараюсь изо всех сил. Ну же, губы, шевелитесь. А? Как тебе удалось? Твой рот намного больше моего. Больше шоколада съем. Вы только гляньте на этого монстра.
Как же хороша победа на вкус. Надеюсь, у тебя живот заболит. Наряд потрясный. Еще и блеск отлично сюда подошел. Но теперь осталось самое сложное. Но почему так трудно рисовать стрелки? Не получается. Эльза! Что? Ау, стрелки не можешь нарисовать. Сейчас помогу. Я это отлично делаю. Только не моргай, ладно? О, сейчас чихну. Эльза? Думала, что чихну. Ложная тревога. Ладно. Интересно, почему это я начала чихать? Странно. А, у тебя же здесь цветы. А у меня аллергия. Нужно срочно выпить таблетки. Тогда я чихать перестану. Мне уже лучше. Смотри на меня, хорошо? А то вдруг рука дрогнет. Повернись. Оу. Готово. Выглядит чудненько. Ой, кто-то звонит. Мне страшно. Нужно срочно смыть этот ужас. Где моя жидкость для снятия макияжа? Только бы все смылось. Попробуем. О, наконец-то я снова похожа на человека. Но стрелки нарисовать все равно нужно. О, Эльза забыла лекарство. Мне понадобится небольшой треугольник из пластика. Капелька клея. И ватная палочка. Прекрасно. Ну что, попробуем? Нужно убедиться, что клей высох. И можно приступать. Нужно нанести подводку на пластик. И приложить к веку, пока она не застыла. Вау! Идеальная стрелка! Остальное можно дорисовать. Ну привет, красотка! Я выгляжу просто ошеломительно. Ю-ху! Некоторые девушки легко выбирают одежду. Мне ничего не подходит. Что тут происходит? Скай? Мне вообще нечего надеть. Но мы же опаздываем. Подожди, мне еще нужно сделать макияж. Ладно. Боже, какой бардак. Моя косметика. Все пропало. Да что там опять случилось? Вся моя косметика уничтожена. И я знаю, кто это сделал. О, он это нарочно. Не бесись, ладно? Я помогу тебе. Идем. Вряд ли что-то можно спасти. Но, возможно, хватит и этого. Сейчас попробуем. Сиди спокойно. Больно не будет. Сделаем тебе смоки айс. Идеально. Только растушую немного. И еще нужно завить ресницы. И накрасим их тушью. Отлично. А теперь накрасим губы. Оттенок просто восхитительный. Сожми губы. Готова увидеть, что получилось? Думаю, тебе понравится. Вау! И это даже без использования теней. Привет, Хаги-Ваги. Это единорожка. Что за чушь? Что там еще? Эй, ты! Да, ты! Твои волосы в депрессии? Как у нее? Какой позор! Да, именно так. Хочешь перемен? Тебе нужен наш мини-стайлер. Стильно, модно, молодежно. Ого! Палочка-выручалочка для волос.
для всех типов волос. Подойдет для любых причесок. Попробуй сама. О, ладно. Посмотри. Что там, мама? Потрясающе! Прощайте, грустные волосы. О, потрясающе! Простое использование. О, где ты был всю мою жизнь? Ваш собственный стилист. Давай купим. И это еще не все. Добавьте волосам блеска. Совсем другое дело. Звоните прямо сейчас. Ого, я прямо как модель. Что происходит? Подойди сюда. Не двигайся. Я им нравлюсь. Кто это сказал? О, привет. Они еще ничего не видели. Я выиграю. Ты уверена? Возьми-ка это. А? Я красотка. Ну, как скажешь. Можно подкрасить губы. Муа, красота. Что ж, пора за дело. С дороги. Привет. Ого. Не понимаю. Ну, шутка. Что это такое? Нет. Я говорю нет. Но... Пошла-ка я отсюда. Что происходит? Пс. Сюда. О, ого. Что это? Очки? Зачем мне очки? Идея. Попробуй вот это. Пока. Странно. О, дай сюда. Эй! Какой кошмар! Поверить не могу, как неловко вышло. Нужно все смыть. Так-то лучше. Я все исправлю. Теперь я вижу, что делаю. А теперь другой глаз. Такой насыщенный цвет. Гораздо лучше. Что? Я просто разминалась. Ого! Она просто чудо. Дамы, у нас есть победитель. Так я и знала. Пора слегка заплести пряди. Одна небольшая секция здесь. Помещаем ее на эти маленькие крючки. Держитесь крепче, роскошные пряди. Вас ждет небольшая встряска. Вторая тоже готова. И третья. Вау! Только поглядите! И зачем заплетать косы руками? Эта штучка делает всю трудную работу за меня. И никаких спутанных волос. Еще немножко. Нужно только как следует закрепить. Лежите смирно, понятно? Вот так. Мои волосы просто шикарные. Этот ободок завершит имидж. Я такая талантливая. А, визит в уборную реально помог. Чувствую себя обновленной. Итак, на чем я остановилась? Ого! Как Наоми сделала эти косички? Вот бы мне такие. А! Неужели это мое лицо? Мои волосы такие неопрятные. А! Туалетная бумага. С этим можно работать. Нужно сложить ее тонкой полоской. Почти готово. Замечательно. Сложим еще раз. Вот так. А сейчас самое трудное. Итак. Время сделать завивку. Начинаем снизу и закручиваем вверх. Продолжаем. И связываем концы вот здесь, сверху. Надо, чтобы хорошо держались. Думаю, вот так достаточно. Интересно, сколько времени это займет? О, мне так скучно. Нужно хоть как-то размяться. Да, вот и все. О, локоны. Еще несколько прядей. И... Вау! Зацените этот стильный результат. Прямо будто я только что из салона.
Постой, бумагой уже пользовались? Может, никто не заметит? Ого, поглядите на эти конфеты. Я точно от парочки не откажусь. Но у меня только то, что я принесла из дома. Ну что ж, старый трюк с какао и йогуртом. Вкусно, но совсем не интересно. Неплохо. Ваш обед, мисс Наоми. Можешь идти. Ого, обед с доставкой на серебряной тарелке? Глупая, это для моего макияжа. Прежде всего, основа. Этим гаджетом очень легко пользоваться. Намного лучше, чем когда мажешь руками. Видишь, как гармонично сочетается с кожей. Это единственный способ, которым я наношу косметику. Думаю, вот так хорошо. О, так интересно смотреть. О, я тут немного испачкалась. Одну минутку. Нельзя это делать руками. Что мне использовать? О, это яичко такое мягкое и гладкое. Одолжи его на секунду. Эй, почему бы не попробовать, так? Оно отлично заменит спонж. Выходит намного аккуратнее, чем пальцами. Хорошо, что этот йогурт подходит под цвет моей кожи. Ну, как я выгляжу, Наоми? Погоди, я тебя не вижу. Ты показываешь большой палец вверх? Постой, это большой палец вниз? Оу, твое яйцо! Я могу все объяснить. О, как это здесь оказалось? Без проблем. Вот что мне поможет. Я готова. Ну, что-то уже происходит. Кажется, все как было. Грязь исчезла. Пора хорошенько почистить. Мне нужно много зубной пасты. А, уже чувствую свежесть. Долой фиолетовый. Вау, мне эта штучка понравилась. Оцените эту роскошную белизну. Что в этой красивой золотой коробочке? Надеюсь, что-нибудь блестящее. Думаю, я могу добавить блеска моему рту. Приподнимем верхнюю губу. Вот так. Я готова для украшений. Думаю, передние зубы подойдут. А может, на каждом зубе? Ну, что ты думаешь? Супер! Мне нравится! Так классно! О, твои зубы надо спасать. Такие желтые. Наоми? Ты что? Давай, очнись, Наоми! Прошу! Эй, есть кто-нибудь дома? Привет! Наоми! Тебе что, нужна помощь? О, кто-то ест тухлые яйца. Эй, в чем дело? О, твой рот. О, так неловко. У меня есть зубная щетка. Сейчас быстро почистим. О, эти волоски такие жесткие. Уже лучше? Нет. Да ладно. Постой минутку. Я сейчас. Все в порядке, бабушка. Я просто одолжу их ненадолго. О, смотрите, белее жемчуга. Они подходят? О, немного жмут. Ну как я смотрюсь? Они идут к моему лицу. Завидуешь? Понимаю. Надеюсь, моя подводка для глаз здесь. Есть только один способ узнать. Вот так-то лучше. Нашла. Нарисуем маленькие крылышки. О, они ровные. А теперь? А почему это так трудно? Мне срочно нужна помощь. Окей. Вечно с ней что-нибудь случается. Вот, возьмите. А, начнем заново, ладно? О, здорово! Больше никаких проблем с макияжем для глаз. Это чудо-гаджет все исправит. Осталось сделать вот так. Итак, они зажглись? Реально круто, правда? Это прямо как что-то из будущего. Да, достойно королевы. У меня тоже есть крутые гаджеты. Так, посмотрим, что у нас тут? Я и забыла про краски. Карандаши мне пригодятся. О, забыла снять очки. Так, мне кажется, или ничего не видно. А, бесполезно. У меня никогда не будет таких глаз, как у Наоми. Использую это на бумаге. Эй! Ответ был здесь все это время. Наносим краску на уголок зиплок пакета. Добавим разных цветов. Вот так.
А теперь самое прикольное. Просто прижимаем его к веку. А затем к другому краю. Разве не классно? Просто изумительно. У меня лучше. А, подумаешь, с моими не сравнится. Серьезно? О! Вау, поглядите на эти роскошные губы. Мои никогда не будут такими. Они такие плоские и обыкновенные. Ну же, губки бантиком. Они уже стали пышнее? Почему с верхней не получается? А, тогда сделаем таким образом. Кто не захочет их поцеловать? А, никто не захочет. Вот этот метод должен помочь. Угу. Опс. Что же мне делать? Эту штуку никак не отлепить. Ладно, я сдаюсь. Постойте, мои губы! Они стали такие шикарные! Не могу поверить, этот лайфхак сработал! О, да чего классно! Никогда не чувствовала себя такой красивой. Что ж, если работает для губ, можно и попку сделать пышнее. Да! Ну, уже? Давай! Какая странная! Ну ладно, поглядим, что здесь есть. Как очаровательно! Иди сюда, малыш! Да чего же ты мягкий! Давай сюда, держи его. Так, вот что мне было нужно. Ха! Маска сделана в виде кошачьей мордочки. О, кожа так приятна, идеально подходит. Но как насчет моих милых пальчиков? Или точнее лапок? Мяу! Какое чудесное чувство! Я, кажется, сейчас замурчу. Нет, не буду. Вау, посмотрите на эти роскошные губы. Ма, здорово, правда? Но можно сделать еще лучше. Вот. Ого, да я попробую. Эй, неплохо. Поехали. Приветик. Я знаю, я неотразима. Сфоткайте, чтобы как следует запомнить мой образ. Я раньше никогда этого не делала. Ого, столько внимания. Как вам прическа? Я сама завивала. Итак, какой имидж понравился вам больше? Ну что ж, выбор очень трудный. Минуту, о ком они говорят? Тогда решено? Отлично. Внимание, леди. Мы вынесли решение. Пусть будет не один победитель, а два. У нас в конкурсе ничья. Эй, мы согласны. Какая интересная статья. Надо накрасить губы. Какой очаровательный цвет. Спасибо, мам. Пока. Пока. Хорошо повеселиться. Моя малышка так быстро растет. О, нет. Моя рубашка. На ней пятно от помады. О, не оттирается. Моя верная щетка с этим справится. О, не получается. Косметика Минди. Ей стоило использовать это. О, чуть не забыла. Мне нужна эта косметика. Присядь, я тебе кое-что покажу. Тебе понравится. Ладно. Маленький совет. Нанеси немного пудры на кисточку. И пройдись ей по губам. Не дергайся. Надо только немного припудрить. Вот, достаточно. Поцелуй меня. Помада не отпечатывается. Спасибо. Пока. Осталось избавиться от этого. Привет, садитесь. Простите, это мой первый день. Сначала немного подпилим ваши ногти. Поосторожнее. Так, добавим немного цвета. Какой вам нравится? Упс. Бледно-голубой. Отличный выбор. Стойте. О, осторожно. О, нет. Что вы наделали? Я случайно. Эй, вы здесь?
Ау! О, я отключилась. Можно это у вас одолжить? Мой берет? Нет, кисточку. Ладно. Мне это пригодится. Открепите кисточку от ручки. Затем вставьте кисточку в бутылочку с лаком. Так, теперь покрасим ваши ногти. Так, у меня ничего не прольется. Лак попадает прямо на ноготь. Вау, это гениально! Ну, как вам? Просто потрясающе! Я точно вернусь к вам еще. А, я так рада это слышать! Вот, вы это заслужили! Спасибо! Пока! Надо запомнить этот трюк для следующего клиента. Чтобы хорошо выглядеть, не обязательно платить профессиональному визажисту. С этими классными советами вы всегда будете выглядеть превосходно. Какой понравился вам больше всего? Напишите в комментариях. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями и подписаться на наш канал. Там еще больше забавных роликов. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Мэдисон, смотри. Надеюсь, ты любишь леденцы на палочке. Но где же тут настоящий? О, вот он! Мило, не правда ли? Вау, невероятно! Вы готовы начать урок? Сегодня нас ждет много интересного. Мне уже не терпится. Итак, вот первое слово. Запишите его, пожалуйста. Ну уже, давайте. Выглядит просто. Вот так, внимательнее. У меня готово. Ну, что вы думаете? Что? Что это такое? Попробуем еще раз. Начнем с буквы R. Да, у меня получится. Умница, так держать. Как вам это? Ох, кажется, профессия учителя не для меня. Минуту, эта вешалка подала мне идею. Это все изменит. Нарисуем букву R и закрасим вот так. Теперь нарисуем красивый цветок и вот такое лицо. А затем туловище. Выглядит неплохо, но нужно добавить красок. Уроки рисования гораздо круче грамматики. Нужно почаще этим заниматься. Теперь нарисуем капельки дождя. Как думаешь, ты сможешь нарисовать так же? Вау, да! Я попробую. Так гораздо легче. Ого! Невероятно! Вы это видите? Отлично! Я знал, что у тебя получится. А вот это тебе. Это все, что ты можешь. А? Постой! Ну теперь держись, Джаред. Итак, начнем урок. Прекратите это немедленно. Ой... Вы готовы слушать? Сегодня вам нужно будет нарисовать картинку. О, прикольно. Скукота. Что Мэдисон делает? У меня нет никаких задумок. И вообще в искусстве нет никакого смысла. Ладно, думаю, нужно хоть что-то сделать. Тут такой большой выбор красок. Фу, как это раздражает. Постой, ты уже закончила? Ну же, думай. Ну, конечно! Мне пригодится цепочка. Я нанес на бумагу белую краску. Кладу на нее несколько цепочек в разных местах под разными углами. А теперь налью краску разных цветов. Вот так, чтобы по краям были разные оттенки. Протаскиваю цепочки через колечко. Цепочки движутся и смешивают краски, создавая неповторимые узоры. Очень впечатляет, верно? Можно начинать аплодировать. О чем это ты? О, да чего круто! Но мой единорог лучше! Вы ведь видите, да? Джаред, твой выбор красок, эмоций! Я знал, что в тебе таится гениальный художник! У тебя тоже неплохо, Мэдисон. Вот ваши оценки. Думаю, это честно. Браво, Джаред, браво! Но ведь это у меня талант! Теперь уже нет. Круто! Спасибо за оценку. Почему так долго? Ну же, быстрее, я не могу тут ждать весь день. С дороги. О, здесь стенка. Хе-хе, щекотно. Обожаю ходить к зубному. Джаред, тише. А? Что ты сказала?
О, хватит! Можно мы будем ходить сюда каждую неделю? Джаред, не надо! О, что это за штука? Такая мягкая, пушистая. Прямо будто тебя обнимает плюшевый мишка. О, да, я супермодель. Не так быстро, молодой человек. Садись. Больше никаких шалостей, понятно? Давай что-нибудь нарисуем. О, рисовать я люблю. Смотри, милый. Вау. Начнем вот с таких коротких черточек. Мы используем разные цвета. Расположим их по кругу. А теперь добавим черную точку над каждой линией. Возьмем более тонкий маркер и нарисуем линии потоньше. Стало похоже на группу людей. Вот так. Пусть они держатся за руки. Добавим тени с помощью карандаша. Если растереть пальцем, получится еще лучше. Ну, что ты думаешь? Здорово, правда? Вау, здорово! Теперь твоя очередь, дорогой. Простите, что заставил вас ждать. А, вот вы где, заходите. Вы не могли бы дать мне... Неважно, мне пора. Ну же, дорогая. Постой, пап. Ну, конкурс вот-вот начнется. Нужно, чтобы все было идеально. У тебя столько талантов, милая, но все же, нам нужно идти. Важна каждая минута. Не дави на меня. Пап, стой! О нет, моя малышка. Все хорошо, папочка здесь. Нет, нехорошо, мой рисунок испорчен. Погляди на него. Да, выглядит скверно. А как же конкурс? Сколько сейчас времени? О, думай, должен быть какой-то выход. О, придумал! Сейчас папа все исправит. Нарисуем картинку двумя маркерами. Получится как зеркальное отражение. Я и не знал, что так могу. Вот, готово. Впечатляет, да? Вау, классно, пап! Давай, скорее! Я уже иду. Я здесь, я здесь. Не могу поверить. Я знал, что ты победишь, милая. Все благодаря моим блестящим талантам. Пора создавать очередной шедевр. Думаю, краски хватит. Теперь нужно размазать. Привет, дорогой. Наконец-то я приняла душ. Нужно высушить голову. Обожаю чувствовать ветер в волосах. Ла-ла-ла-ла-ла. Мам, осторожнее! Можно попробовать новый имидж. Эй, ты что? Это моя любимая кепка. Смотрится шикарно. Нет! Мам, что ты наделала? Как ты могла? Ты понимаешь, что это катастрофа? Так будет лучше. Это все из-за тебя. Что же мне теперь делать? О, милый, прости меня, я не заметила. Не волнуйся, я знаю, что делать. У меня есть идея. Зацени-ка вот это. Наливаем на полотно акриловую краску. Так, чтобы получился круг. Используем разные оттенки. А теперь размажем краску по холсту с помощью фена. Это создаст волнистый узор. Краски перемешаются, эффект будет неповторимым. Мам, это фантастика! Я знаю, дорогой, но у меня ничего бы не вышло без фена. Ух ты, такая умная идея, я тоже вдохновился. Сейчас что-нибудь нарисую. Я верю в тебя. Эй, погоди, мам, мне это понадобится. О, ну ладно, думаю, сегодня мои волосы будут не в лучшем виде. Торт должен испечься через несколько минут. Пожалуй, успею убраться. Мам, мам, смотри, нам надо съездить к морю. Только взгляни на этот золотой песок. Разве не здорово? Мне не помешает отдых. Нужно только проверить кое-что. Денег у нас не густо.
А ведь нам нужно купить билеты на самолет, заказать отель. Нет, ничего не выйдет, Джаред. Это так нечестно. Не беда, я просто представлю, что я на тропическом острове. Прости, золотко, у меня кое-что есть для тебя. Может быть, это поднимет тебе настроение? Погляди-ка, это ракушка с пляжа. Она красивая, но она не заменит мне поездки к морю. Я так надеялась, что сработает. Как же мне быть? Должно быть решение. Минутку, возможно, пригодится эта алюминиевая фольга. Нанесем на бумагу краску, а затем сделаем вот так. Слегка промокнем фольгой краску, это смешает оттенки и создаст эффект текстуры. Теперь можно добавить детали. Например, эти ракушки. Совсем как настоящий пляж. Мне кажется, я слышу шум морского прибоя. Джаред, посмотри, так успокаивает, верно? Вау, так и хочется позагорать. Отпад, мам, но это все равно не настоящий отпуск. Постой, есть еще одна задумка. Здесь нужна надпись «Продается». А теперь будем ждать. Ага, доверчивый, в смысле, довольный покупатель. Что это было? Мы что, богаты? Это значит, мы можем... О, боже мой, это лучший день в моей жизни, мам, ты лучшая! Подожди меня! Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео! Окей, вы готовы немного порисовать? Для разминки нарисуем радугу. Радугу? Угу. Ничего себе разминка. Я знаю, моя сумка наконец-то пригодится. Посмотрим. Оу, привет, малыш. О, нет! Хороший мальчик. Вот то, что я искала. Готовы увидеть волшебство? Смотрите, как эти цвета превратятся в целую радугу. Выдавим несколько сгустков. Вот. Готово. Ну, почти. Неплохо. Приступим к работе. Да чего же это приятно? Всегда можно использовать то, что есть под рукой. Вот так. О, немного испачкала. Теперь отклеим весь скотч. И идеально ровная линия. Точнее, три ровные линии. Чудесно. Спасибо за помощь. Впечатляет, правда? Ну да, неплохо. Приступим. Эй, мне что, все делать самой? Так, красиво. Исчезни. Мне нужно пространство для творчества. Интересно. Еще бы. Все смотрите и учитесь. Так чудесно и красочно, верно? Ты еще не знаешь, что будет дальше. Видишь, я тоже иногда работаю. И когда все закончим, получим роскошный радужный песок. Поглядите на эти яркие оттенки. Та-да! Это было реально здорово. О, я еще не закончила. Словно маленький танцующий радужный человечек. Маленький да удаленький. Итак. Они оба интересные. Поэтому вы обе победили. Ну и ладно. Он собирается давать нам следующий челлендж или нет? Ага. О, гаджет. Поняли? Гаджет? А? О, все ясно. Я знаю, кто тут поможет. О, вот и он. Такой милашка, да? Но сделаем некоторые изменения. Вот, хорошо. Теперь приступим. И начали. Да, выполняю. Мои глаза меня не обманывают? Да, он просто супер, я знаю. Берись за дело, малыш. Вот каждому художнику нужно вдохновение. Сможешь изобразить котика? Без проблем. С этой штучкой всегда можно нарисовать идеальный круг.
Вы уже поняли, кто это? Дайте ему пару минут, он все сделает. Зацените эти ровные линии. Что такое? Я не одобряю. Вряд ли роботы способны творить. Похоже, способны. Кыш, кажется, готово. И, разумеется, все безупречно. Вот. Что ж, в эту игру могут играть двое. Мне только нужны формы. Посмотрим. Соберем их вместе. И... отлично. Всего лишь кусок пластика и картинка на телефоне. И вуаля, можно обводить. Очень умно, правда? Находчивость – залог успеха. Еще немного. Получается очень мило. Я так думаю. Отстой! Итак, кто победил? Без всяких сомнений, Наоми. Не может быть! Оказывается, креатив и впрямь полезен. Дурацкий робот! Себе место на помойке, слышишь? Нет, тебе место на помойке. Что? Ты нарисовал это для меня? Думаешь, это смешно? Техника сегодня меня подвела. Ну, что теперь? Эй, привет! О, а, ну да, следующий раунд – оригами. Фью. Оригами? Ладно. Хорошо, что у меня всегда с собой бумага. Шучу, мне принес ее мой дворецкий. Я предпочитаю бумагу, которая чего-то стоит. Но что может быть лучше золота? Пожалуйста. Воу, настоящее золото? Надо поторопиться. Хорошо, была не была. Здесь становится жарко. Воу, она стала золотой. К чему останавливаться? Ага. О боже. Да, это точно сработало. Чудесно. Муа. Мисс Бетти. Спасибо. Так нечестно. Может, у меня завалялась бумага? Не золото, но сойдет. Вы готовы увидеть магию? Фу. Бумага такая мятая. Очень смешно. Но есть способ все исправить. Главное, вовремя его убрать. Совсем как новое. Подумаешь. У меня есть другие заботы. Сложим осторожно пару раз и зацените результат. Теперь отогнем по краям. Пока выглядит странно, но в конце будет круто. Вы уже узнаете? Всего лишь самая красивая девушка в мире. А? Терпение, окей? Еще несколько линий здесь. И то же самое с этой стороны. Продолжаем загибать и подрисовывать. Ура! Готово! Ну, как скажешь. Цвет, пожалуйста. Теперь она может танцевать, видите? Я могу двигать все ее конечности. Я не могу это переплюнуть. А впрочем, просто загнем сверху и еще раз в обратном направлении. И продолжим до самого низа. Затем нарисуем прямую линию здесь. Дальше пусть она идет вот так. И соединяем, чтобы вышел квадрат. Вы поняли, что это такое? А вот здесь нарисуем маленького кролика. Ну, разве не прелесть? Добавим ему маленького приятеля. Очаровательно, верно? Не забудьте раскрасить.
Оранжевый и синий всегда хороши. А теперь наши друзья-зверушки. С цветом они как живые. Последний этап. И опять сложим вот так. Та-да! Получилось! Так сложно выбрать. Но это балерина. Ты побеждаешь. Ну как насчет моего милого творения? У вас есть идея настоящего шедевра, но вы не знаете, как воплотить ее в жизнь? Без паники! Вот набор лайфхаков, которые помогут вам настроиться на креатив. Итак, вы готовы? Тогда начинаем творить! Дэвид такой крутой! Очень надеюсь, что ему понравится. Но была не была. А, как дела, Дэвид? Мила, что она мне написала? Да, у меня есть, что на это ответить. А, как бьется сердце. Посмотрим. А-а-а! Мои учебники! Прости, давай я тебе помогу. О, такая мягкая. Ага. Вау. Мои учебники? О, конечно. Ну, да, спасибо. Кажется, я влюбился. Постой, еще раз взгляну. Да, этот парень реально супер. Оу, вот что я нарисую. Прекрасная идея напомнить любимому человеку о том, как вы впервые встретились. Самое трудное позади. Неплохо. Ух ты. Я помню. Так мило. Люблю тебя. Подготовка к созданию шедевра – важная часть творчества. Ну да, придется слегка испачкаться. Ну хорошо, превратим задумку в реальность. Первый мазок всегда самый лучший. Добавим вот здесь немного голубого. Уже начинает получаться. Или нет? Это ужасно! Не пойдет. Хорошо, что у меня много бумаги. О, классно! Этот еще хуже, чем первый. Ну уже, давай соберись! Да ты издеваешься! Почему я не могу нарисовать дурацкий цветок? Ладно, успокойся. Глубокий вдох. У меня получится. У меня есть талант. Приступим. Вот так. Вот так. Апчхи! А? Как это не кстати? Но постойте-ка. Какая интересная форма. С этим можно работать. Используя кисть разными способами, можно создавать уникальные дизайны. В моем случае лепестков. Теперь, когда лепестки готовы, добавим зеленого для листьев и стебельков. Видите, как здорово получается? Осторожные мазки дадут нужный эффект. Можно даже соединить эти два. Так легко заполнить пустые места. Я знал, что смогу это сделать. Вау! Ты сам нарисовал все это? Можешь взять себе, Энни. У меня есть и другие задумки. И в этот раз я использую совсем другой подход. Но не переживайте, тема рисунка осталась прежней. Зацените, как эти мазки добавляют листикам реализма. Это займет время, но результат того стоит. Можно даже добавить траву, видите? А вот следующий этап более сложный. Использую объемные краски, чтобы создать текстуры с помощью воздушного шарика. Да чего же это приятно! Теперь используем его как штамп.
И получаем вот такие неповторимые цветы. Не забудем вот про этот. Круто, верно? Потрясающе! Что ты думаешь? А, Дэвид! Как ты вообще сделал такое? Мой секретный ингредиент. А, картинка и впрямь радует. Заслуживает того, чтобы поместить ее в рамку. И зачем останавливаться на этом? Просто нужно немного вдохновения. Ну да. Что ты сказала? О, Сьюзан, не могу поверить. О, я не знаю. Извини. Моя бумага. О, прости. Упс. Смотри, что ты наделала! Все испортила! Эй, хочешь кое-что покажу? Ты слышала о случайных шедеврах? Вот один из них. Можно я? Да! Они могут быть разных размеров. Изумительно! Поехали! Как думаешь, сколько здесь уместится? Столько, сколько захочешь! Это просто отпад! Можно использовать что угодно. Главное, чтобы форма была круглой. По-твоему, уже достаточно? Выглядит реально здорово, правда? Дай 5! Мой маленький художник. Ладно, вот это место подойдет. Да? Деревья, природа, все, что нужно. Зажигаем. Поехали. Не знаю. Что? Эй, хватит подсматривать. Подумаешь. Ладно, тогда пойду вот сюда. Что бы мне нарисовать? Ну, конечно. Он такой милашка. Надеюсь, Дэвид его не видел. Я его первой заметила. Ну да, пусть победит сильнейший. Из нескольких кружочков выйдет что угодно. Просто нужно знать, где добавлять линии. Неплохо, да? Но мы еще не добавляли красок. Желтый цвет такой радостный. Он идеален для этой веселой птички. А что, если добавить зеленого? Такой спокойный оттенок. И не забудем про голубой. Настоящая услада для глаз. Лучше всегда сначала обозначать края. Это отлично выделяет рисунок. Почти готово. Еще парочку финальных штрихов. Вот как это делается. Настоящий шедевр искусства. Вы согласны? Да, я вполне доволен собой. Что это такое? Я решила, рука помощи не помешает. Оказывается, это все, что нужно. Ну и еще несколько точек и линий в нужных местах. Вы уже можете различить голову птицы. Не волнуйтесь, сейчас все увидите. Эти веточки нам помогут. А вот и милые лапки птички. Добавим зелени. По-моему, очень красиво. Теперь вам видно птичку? Я такая умная. Что ж, если ты и впрямь хочешь это видеть, по-моему, неплохо. О! Думаю, они оба очень хороши. Может, спросим учителя? Серьезно? Надеюсь, он в порядке. Кажется, он просто крепко спит. Эй! Оу! Вы готовы, а? О, отличная работа! Теперь дайте мне еще 5 минут. Без проблем. Мне нужно что-то, что привлечет внимание. И я знаю, что тут поможет. Взаимодополняющие оттенки. Но чего-то все равно не хватает. Чего именно? О, этот мяч такой скучный. Вау, просто взрыв мозга. Мам,
О, не сейчас. Ладно, у тебя осталось еще много красок. А значит, с ними можно поиграть. Спасибо. Я просто не знаю, что делать. Хорошо, попробую немного... Эй, куда делась моя палитра? Дэвид, это ты? Извини. Смотри, что я сделал. Я назвал это «Вода в пруду». Ага. О, есть идея. Хочешь покрасить лицо? Попробуй вот так. Воу! Еще! Здорово, правда? Не то слово. Да? Что, если и палец использовать? Отлично! Ха! Нашествие синих точек. А теперь мой любимый цвет. Уху! Вот так. Смотри, мам. Разве это не потрясающе? Но я знаю еще один трюк. Симметрия – это так красиво. Докажем это, создав красоту своими руками. Это шикарная бабочка. Эта линия оживит весь рисунок. А теперь нарисуем крылья. И с другой стороны. Готово! Только полюбуйтесь этой красотой. И это только начало, милый. Да, о да, я круто прохожу этот уровень. Хм, а мне тут место найдется? О, свободный стул. Пристроюсь здесь. Ух, наконец-то. Так долго сюда добиралась. Но теперь все готово. Можно начинать. Надо как следует размяться. Эх, вот так-то лучше. Поехали. Я пройду эту игру и установлю новый рекорд скорости. Что? Хочешь закидать меня ботами? Не выйдет. Получай. Ау, что такое? В чем дело? Ну вот, мне не удалось поставить рекорд. А, что? Моя клавиатура. Что с ней такое? Клавиши отваливаются. Я ее совсем уделала. Только поглядите на это. Ну что ж, придется выбросить. Чтобы все исправить, нужен свежий подход. Пора добавить эпоксидной смолы. Лучше не лить слишком много, а то будут проблемы. Вот так, формы заполнены. Теперь подождем. Время доставать заготовки. О, да чего мило. Осталось приделать их к клавиатуре. Вместо старых клавиш. Окей, у меня все получится с этими милыми кнопочками. Пора еще раз пройти уровень. Небольшая зарядка. Да! Давай, ты сможешь. Жми быстрее, вот так. Постойте. О, я это сделала. Новый рекорд. Эти клавиши точно приносят удачу. Эй, классно. Отличная работа. Аплодисменты. Окей, пора намазаться солнцезащитным кремом. Хватит пузырей. Поиграю с арбузом. Так приятно на него нажимать. Супер. Эй, минуточку. Вон там есть свободный горшок. Посажу туда свой маленький арбузик. Прекрасно. Теперь буду ждать, пока он вырастет. Да, так быстро. Оу, эта идея гениальная. Надо попробовать. Хорошо, арбуз. Пора вырастить из тебя арбузное дерево. Давай, ты сможешь. Чем это там Саня занимается? Ну ладно. Арбузик, ну почему ты не растешь? А? О, нет. Она так расстроилась. Нужно чем-то ее развеселить. Положим кусочки полимерной глины один на другой. И сделаем вот такой шарик из глины красного цвета. Свернем все это вместе. Теперь нужен инструмент, чтобы резать глину. Надо осторожнее, а то все испортим. Итак, я сделала два сквозных надреза. Возьмем небольшой кусочек из середины. Снова берем инструмент для резки глины. И разрезаем кружок пополам. Хорошо, вот это мы уберем. Продолжаем резать совсем как пирог. Отлично! Вот это подойдет. Обработаем кусок прозрачным лаком. Неплохо, но арбузу не хватает зерен. На их роль подойдут черные бусинки. Зерна – это еще не все. Наш арбуз должен радовать. Готово! Теперь у него веселое личико. Какой милашка! Сани, у меня кое-что есть для тебя. Вау! Классное арбузное ожерелье! И сережки! Такие милые! Мне нравится! Спасибо!
На здоровье, милая. Не хочу, чтобы ты грустила. Эй, тогда я посажу вот это. Ау! Что? Санни, зачем? Не понимаю тебя. Стой, остановись! Хватит от меня бегать! Ага, попалась! О, теперь не убежишь. Пора тебе принять ванну и не упрямься. Ух, сейчас потрем тебя. Что такое? Ее здесь нет. Как ей опять удалось сбежать? О, ничего себе! Да, обожаю этих монстров. Они классные. Что ты вытворяешь? Пошли, вот так. О, нет, я не хочу мыться. Ненавижу мыло. Ты такая вредина. Ладно, пускай я вредина, но ты будешь чистая. Нет, не тронь меня. Не буду мыться. О боже, с тобой с ума сойти можно. Да, уточка классно плавает. Вот это да. Ей нравятся плавающие игрушки. Окей, думаю, это мне поможет. Мне нужен большой стакан. Наполним его прозрачной эпоксидной смолой. Поглядите, какие красивые пузырьки. Еще немножко. Хорошо, достаточно. А теперь добавим эпоксидной смоле цвета. Хватит нескольких капель. И перемешаем. Нужно мешать как следует, ведь смола очень густая. Вот так, хорошо. Теперь нам нужен резиновый утенок. Давай, Утя, устроим тебе необычный душ. Нальем смолу поверх утенка, чтобы покрыть его плотным слоем. Такая вязкая. Мы вылили всю смолу, дадим ей застыть. Да, готово. Та-да. Ну как тебе, солнышко? Вау! О, чудесно. Она увлеклась игрушкой. Это мой шанс. Даже не думала, что так классно сработает. Какой прекрасный чай. Что такое? О, мне пора собираться. Она просто оставила тут свою кружку? Неужели не видела, что я убираюсь? Что? След на столе? Нет! Может, если хорошенько потереть? Постойте, у нее еще одна кружка. И ее она тоже оставила. И снова испачкала стол. Ах, как славно. Обожаю эту кружечку. Серьезно? Она по всему дому наследила. Что? Опять? Как Санни может пить так много чая из разных кружек? И она просто оставляет их на любой поверхности. Ах, я из сил выбилась. Весь день убираюсь. Может, здесь осталось что-то попить? А? Апельсиновый ломтик? Поместим его на кусок пластика и возьмем клеевой пистолет. Нарисуем горячим клеем круг вокруг ломтика. Ему не нужно быть идеальным. Вот так. Но слой клея должен быть густым. Еще немножко, чтобы сделать края повыше. И готово. Теперь добавим яркости. Возьмем золотые блестки. Не нужно сыпать много, а то будет чересчур. Пора налить эпоксидную смолу. Хорошо. Надо, чтобы смола покрыла ломтик. А кольцо из клея не даст смоле растечься по столу. Вот так, смола застыла. Пора достать ее из формы. Так красиво. Но это еще не все. Покрасим края. Используем золотую краску. Прекрасно. Чем не стильная подставка для кружек? Ничего себе, просто чудо. Даже лучше, чем я ожидала. Эй, постой. Всегда ставь кружки на эти подставки. Да, у меня получилось. Наша мебель в безопасности. Теперь можно и перекусить. Секундочку. Что такое? Откуда взялись все эти стаканы? Окей, эти леггинсы подойдут. Я уже похожа на русалку. О, а вот с волосами что-то не то. Нужно исправить. Эй, в чем дело? Что с моей расческой? Так, я пришла домой с конкурса русалок. Я сняла хвост. Такое облегчение. Мои ноги освободились, но от хвоста плохо пахло. Я решила его постирать. Даже русалочьи хвосты нужно иногда мыть. Заодно я решила постирать и другие вещи. Например, мои розовые джинсы. А в кармане была расческа. Я выбрала режим стирки. И ушла в другую комнату, думая, что все хорошо. О, нет! Может, что-то еще можно сделать? Есть идея. Попробуем скорее. Берем чехол для расчески и кладем туда золотую фольгу. Заливаем сверху эпоксидной смолой, будто это формочка. Не стоит лить слишком много смолы. Вот так достаточно. Теперь добавим зеленоватый оттенок. Хорошо. Дадим смоле застыть. Окей, проверим. Надеюсь, получится.
Ух ты, просто супер! И как мило смотрится! Ну ладно, поглядим, справится ли она с моими волосами. О, работает не хуже прежней расчески. Теперь это мой любимый аксессуар. Ха, ты все еще надеешься меня перещеголять? Я уже это сделала, благодаря моей новой расческе. А у тебя какая-то вилка? Я достойна этой штучки, а не ты. Вот так, скатертью дорога.